И снова добрый вечер, дорогие друзья! Я еще раз рад приветствовать вас на втором фестивальном дне художественного творчества студентов-первокурсников БГУЕР «Студенческий дебют 2016». Итак, в завершении ваши бурные аплодисменты и все внимание. На сцене фестивальная программа военного факультета. Здорово, Тём! Чё делаешь, Тём? Что? У нас завтра выступление, а вы где-то постоянно бродите. Какое выступление? Ты вообще о чем? Сегодня вообще что за день? Какое выступление? Нам же говорили месяц назад, что будет студенческий дебют. Нам дали неделю отрепетировать, а вы постоянно где-то ходите. И у нас ничего не готово, а завтра выступать. Мы в буфете были. Да, в буфете. Пошли с нами, поедим. Да какая разница, ну потом напишем с нами. Да какое потом? Пошли. Завтра же выходить. Короче, мы в буфете, если что, да, зови. Мы с тобой. 5 минут мы прибежим. Давай, Тём, давай. Так, и что сейчас у нас произошло? Так, стоп, я сейчас был у себя дома, думал о сценарии, а сейчас где я? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Голос». И я, ее ведущий Дмитрий Нагиев, заявляю, это самая лучшая программа из всех программ. Итак, камера на меня, на зрителей еще раз на меня, и мы начинаем! Итак, сейчас специально для вас выступит группа Magic City с песней Макса Коржа «Тает дым». Поддержим наших участников! Что в прыжке одном тросы отлетали. Насмотреться друг на друга под утро. Ведь нам не быть с тобой вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много замутов. Лишь просто дай тебя обниму, вместе полетаем. О-о-о, в легких тает дым. И над заливом запомни ты меня таким. Таким счастливым, о, в легких тает дым. И тем же утром запомни ты меня таким. Таким влюбленным. Нам не расти с тобой детей, не видеть старость. Не заставлять квартиру новыми вещами. Скорее всего, я не увижу тебя больше. Так что жить в кайф и не унывать, пообещай мне. Ведь все, что в этой жизни происходит, не поддается никакому объяснению. Но пока у нас с тобой есть еще минут 40, так давай друг друга вдохнем и остановим время. В легких тает дым. И над заливом запомни ты меня таким. Таким счастливым, о, в легких тает дым. И тем же утром запомни ты меня таким. Таким счастливым.
таким счастливым. О, в легких тает дым, и тем же утром запомни ты меня таким, таким влюбленным. Таким влюбленным. Таким влюбленным. Итак, ребята хорошо выступили. Давайте еще раз поддержим их. Подождите, подождите, подождите. Вы не подскажете, куда я попал? Итак, у нас еще один участник. Нет, нет, нет. Я только что был дома. Что вы будете исполнять? Нет, я только что был дома, попал сюда. Я повторяю свой вопрос. Что вы будете исполнять? Парень, 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 стой, 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 стой. Ну, чё, чё, чё? Объясни мне, вот смотри, я был дома. Ну, и мне-то что, я туда иду, мне... Нет, нет, подожди, подожди, подожди. Я был дома. Ну? Потом темнота, потом голос, где я? Так. Голосе где? Ты ж проиграл, ты что, Нагиева не видел, что ли? Куда он убежал? Нагиев! А, ладно. Ну что, ты выступать будешь, да? Так у меня нет номера, я говорю, я здесь попал, не знаю как. В смысле нет? Понабираю-то. Сейчас выступишь, не волнуйся, смотри, я тебе сейчас помогу. Значит. Зал тебя уже ждет, зал. Вы же ждете его, правильно? Да-да-да-да-да-да! Побольше! Смотри, все очень просто. Ты делаешь так. Как? Не так, не так, смотри. Ну и что это опять было? Так-так. Так-так-так. Так. Не понял. Так, это мне уже не нравится. Так, нужно додуматься, задуматься, задуматься. Я был дома, я уснул, голос. Странный парень, Нагиев, который меня не хотел слушать. А это что? Итак, закончилась музыкальная пауза. Опять? И я напоминаю, что сейчас на телевидении интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Настало время представить наших участников. Гарен, Акси, Борис Бурда, Свистов и господин Козлов. Хочу отметить, что это единственное место, где деньги можно заработать своей головой. Ну что ж, продолжим.
На табло счет 5-4 в пользу зала. И я напоминаю, что самый плохой игрок получит приз «Хрустальную сову». Начинаем. Свистов. Черный ящик. Я же говорил, внимание, господин Свистов, черный ящик. О, сейчас выйду. Итак, вопрос. Когда ему не дали его, он устроил драку. И тогда она расплакалась ими и сказала: «Ну что это за свадьба такая?» А ее родственники избили его, невзирая на то, что он их родственник тоже. И тогда он в отместку за это взял это. Кто будет отвечать? Товарищ Акси, покажите мне бурду. Итак, сейчас у нас реклама. Высоко-высоко, гора, там, где мой прадед. Господин Гарен, успокойтесь, присядьте, вы не на свадьбе. Итак, продолжим. Товарищ Козлов, отвечайте на вопрос. Да. Что да, отвечайте. Господин, это очень просто. Мой ответ – кирпич. И это правильный ответ. Знатоки сравнивают счет. Крутите, волчок. Итак, внимание, супер игра. По правилам нашей программы должен остаться лишь один участник. И это... Свистов. Все согласны? Да. Да. Нет. Да. Да. Начнем. Товарищ Свистов, вы любите рыбалку? Я не пью. А внуки у вас есть? Нет, господин ведущий. Это не в моей компетенции. Те, от кого это зависит, я уже сделал. Понятно. А в армии вы служили, господин Свистов? К сожалению, не довелось. Итак, внимание, вопрос. Каждый армейский дедушка знает, что лучше всего развивается у ребенка при ловле рыбы. Я беру помощь команды. Итак, время истекло. Отвечайте. Чистота. И это неправильный ответ. У него развивается реакция. Реакция, господин Свистов. Вы проигрываете эту игру. Вы самый худший игрок. Воу-воу-воу. Господин ведущий, господин Свистов ответил, что при ловле рыбы у ребенка развивается любовь к чистоте. Ведь уничтожая мух, он стремится к чистоте. Поэтому я считаю, что знатоки ответили правильно и выиграют этот финал. Господин Башкирский, вы, конечно, по традиции должны защищать игроков, но... Я вам тогда гараж не отсужу. И вообще, перестану защищать вашего тестя в суде. А там, если копнуть глубже... Хорошо, хорошо. Я засчитываю ответ господина Свистова. И счет становится 6-5 в пользу знатоков. А господину Свистову, как лучшему игроку финала, вручается приз. Полное собрание сочинений Вячеслава Малежика. Так, так, так. Если это знатоки, значит, они могут, наверное, скорее всего, ответить. Опять эта музыка. А вы не... Вы не знаете, наверное, да? Или нет?
Вы знаете, где я нахожусь? Что за день? Сначала меня чуть... Надо посидеть. Сначала я оказалась на каком-то голосе, где меня не хотят слушать. Потом... Ну что, где, когда? Меня чуть не убили. Чуть убежал. Так, надо найти одного адекватного человека, который сможет мне рассказать, где я. Так. Опять ты? Привет. Привет. Знакомы? Так ты ж на голосе был. В каком голосе? Ты вообще про что? Программа «Голос». Когда я уснул, голос. Да? Не-не-не, у тебя все нормально. Не было голоса. Да был, я засыпал, просыпался, я не знаю, выключался. И бац, голос, что, где, когда. Ты так и не понял? Что понял? Это твой сон. Какой? Ты так и не понял, да? Ты сейчас во сне. Люди, сон. Все это сон, тебе просто снится. Вот не веришь? Не веришь, да? Пошли к залу проверим. Включите нам свет, пожалуйста, в зале. Мы пойдем в залу пообщаемся. А вы нам поаплодируйте, пожалуйста. Итак, зал, что-то мы засиделись, да? Правильно. Надо что-то и в конкурсах пообщаться, правильно? Давайте сначала легенько, разминочка такая. Значит, ну, проверять, какого здесь больше, мужчин или женщин, или девушек, нет смысла. Да. Военный факультет постучали, похлопали быстренько. О, молодцы! Так, а теперь остальные факультеты. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Отлично, отлично, отлично. Так, теперь, вы девушка. Подожди, можно вопрос? Стой, смотри. Вот у нас такой один вопрос. А кто, поднимите все руки, кто утром выходит на зарядку в 5 часов утра? Поднимите, да, в 5.50. О, смотри, смотри. Стоп, а теперь военные все опускают. Опа-на. Так, ладно, хорошо. Девушка, я на вас не остановился. Скажите любое слово, быстро, которое на ум пришло. А в ответ тишина. Брат, хорошо, брат, теперь зал, помогайте нам, надо же как-то размяться. Сейчас мы все слово «брат» говорим так вот ласково. Все вместе на счет 3-4. Брат, говорим ласково. 3-4. Брат. Умница. Давайте умница. Еще раз громче, громче. Да, 3-4. Ой, как хорошо. Так, а теперь вы, девушка, новое слово, любое. Карамелька. А теперь давайте скажем это карамелька. Там. Грубо. Грубо-то. 3-4. Ух ты, блин. Молодцы. Так. Теперь вы. Любое слово. Я знаю, как это надо сказать. Надо сказать это так... с акцентом. Так... Сексуально. Да. Давайте. 3-4. А теперь погромче. 3-4. Ласково. Вообще отлично. Так, хорошо. Размялись, мы чуть разрядили обстановочку. Вот, давайте теперь похлопаем. Нам тоже тяжело. Мы последние сегодня. Да. Нам нужно 3 девушки, добровольцы, и 1 молодой человек. Будьте добры. Кто хорошо танцует, ну или нехорошо. Опа, я заметил вас. Давай на сцену. Так, одна есть. Сейчас еще 2 девушки надо. Выходи. И еще одна девушка. О, опять вы? Все, 3 есть? Давай. Давай, девушка. Все, уже вышло, что ты паришься? А нужна еще одна девушка? А у нас еще одна есть. Ну тогда кто, если не она? Ну. О, поаплодируем, смелая девушка. Отлично, так, стул нам не нужен. Тут все очень просто. Будет сейчас играть музыка. Один из вас выходит, показывает все движение. А вы должны за ним повторить. Да. Победитель получает приз, естественно. Мы без призов не оставляем, мы же военный факультет. Итак. Думаю, Юнус насчет первый. Да, кто первый? Вы. Хорошо, выходите. Зал будет поддерживать. Музычку нам, пожалуйста. Я думаю, все знают эти темы. Кто хочет, можете вставать. Оп, давай, все остальные повторяют. Оп. Ой, слушай, как хорошо двигается. Оп. Отлично. Похлопаем, это было лучшее выступление. Меняем человека, меняем музыку. Следующий, меняем музыку. Кто следующий? Оп.
кто хочет, присоединяйтесь. Господи, вы что, против, что ли? На сцене вас тут все рады. Давайте, давайте, Фиги ждет вас. Давай, давай, оп, оп. I'm feeling on my seas, I am my trees, I am my knees. Отлично, спасибо, поаплодируй. Так, следующая девушка, следующая музыка. На чигуны, на чигуны, решай. Хлопаем. Оп. А что вы там, вы выходите все? Выходите, кто? А, не хотелось бы выходить. Выходим, стесняемся. Оп, оп. Пацаны отжигают, ла-ла-ла, давай, пацаны! Отлично, спасибо, поаплодируем ей! Ну и завершающее, музычку, пожалуйста! Поработай головой, чтоб купить свои мечты. Все вокруг решает кэш, все остальное понты. Это понты, это понты. Это понты, это понты. Это понты, это понты. Все мне поплёк, поплёк. Смотри, где ты. Это понты, это понты. Это понты, это понты. Это понты, это понты. Отвечай за свое, отвечай за свое и ты. Сосед построил себе дачу и воткнул забор. А я пошел и купил новый арендодор. Я жарю по садовому, высаживая чик. Сосед на даче с пацанами жарит шашлык. Мне часто говорят, что надо быть поскромнее. В нашей стране поскромнее надо быть геем. И пусть осудят люди консервативный взгляд. Давайте, что давайте, покричали! Майки, прямо из спортзала к президенту в майке. Закончили, закончили, закончили. Ну мы благодарим наших зрителей бурными аплодисментами. Мы же не оставляем без подарков. Мы же обещали, что мы не заберем и наградим. Мы ее уже вручаем. Ну, а парни шоколадку, я думаю, вас поспорили. Спасибо большое, можете присаживаться. Артем, слушай, мы же во сне. Ну да, во сне, ты же мне столько что сказал. Так, слушай, а ты можешь сейчас представить одну девушку? Ну, допустим, очень... какую? Красивую такую, обаятельную, привлекательную, добрую, умную, ласку. Я могу перечислять сколько угодно раз. Подожди, 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 подожди. Да, представил? Так, ну это не Скарлетт Йоханссон, перевыше. Ее зовут Анастасия. Анастасия, то есть Анастасию сейчас представить? Да, представил. Все, я представил Анастасию, и чтобы она сейчас появилась здесь, я да. Понимаю? То есть Анастасия, я хочу, чтобы ты появилась здесь. Да, 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 да. Мне еще раз повторить? Я не понимаю. Поддержим аплодисменты. Итак. Блин, хороший человек. Вот таких побольше бы. Настроение поднялось. Если я во сне, значит, все мои желания, которые я хотел, могу исполнить. Ха. Ну ладно. Я всегда хотел послушать Металлику вживую, чтобы так сесть рядом, прям уснуть под нее. Это ж... Блин, это так круто. Да ладно. Серьезно? Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вы увидели много прекрасных выступлений. Каждый показывал свои прекрасные номера. Вот и я хочу удивить вас немножко по-своему. Но для этого мне понадобится ваша помощь. Поднимите, пожалуйста, руку, кто умеет завязывать галстук. А кто может выйти из-за взятной сцены и показать это? Я могу дать. Хорошо, спасибо. Может, у кого-то есть галстуки, кто-то может выйти и показать. О, отлично. Представьтесь, пожалуйста. Артем, очень приятно. Снимите ваш галстук, пожалуйста. Развяжите его. Держите. Давайте с вами поиграем в небольшую игру. На счет три мы с вами начинаем завязывать галстук. И как только кто-то из нас завяжет, говорим «стоп». Готовы? Да, да. Готовы? Раз, два, три. Живи, живи. Стоп! А мы же поменяемся и попробуем я с вашим, вы с моим. Еще раз. Раз, два, три. Стоп. Почти спасибо вам большое. Можете присаживаться. Вы пить хотели, да? О, спасибо. Ваш галстук. Благодарю. А для следующего номера мне понадобится кто-нибудь из студии, чтобы мне помочь немножко. Можно кого-нибудь пригласить из студии на сцену? Спасибо. Добрый вечер. Садитесь, пожалуйста, сюда. Ваша задача, проверьте, пожалуйста, банку, что она совершенно целая. Нет, ничего, нет такого. Есть, так, держите. Есть монета, тоже совершенно обычная. Возьмите монету. Не надо ничего. Возьмите монету. Подпишите, что она ваша. Свет чуть. Не, просто слеп. Спасибо, маркер пока что остался при вас. У меня есть банка целая, не нарушена, есть монета. Подписанная. Значит, сейчас мы попробуем затолкать ее вовнутрь. Раз, два, три. Она внутри, подписанная. Сейчас откроем. Ничего, ничего. Мы уберем. Ничего, ничего. Ничего, видим. Так, держите. А, у вас есть стакан? Вы не носите с собой стакан? Я понял. Сейчас мы попробуем найти стакан. Так, так, так. Здесь стакан у нас есть. Держите. Давайте выльем. Сейчас, одну секундочку. Не-не. Возьмите. Возьмите ножницы. Давайте я разрежу. Покажем, что монета ваша. Вот монета подписанная. Спасибо. Спасибо, так, держи. Так, и для следующего фокуса мне также понадобится опять помощь студии, только не такая. От студии потребуется загадать просто число. От 1 и, скажем, до 100. Даже от 30 до 100, чтобы было немного интереснее. Можете, пожалуйста, из студии кто-нибудь назвать совершенно любое число. 47. 47, спасибо. Вот у меня есть чистый лист. На нем сейчас я нарисую квадратную матрицу. Ваше число 47. Теперь я попрошу помощь зала небольшую. Я прошу, чтобы вы начали считать. Я за это время постараюсь заполнить эту матрицу, и потом будет немного весело. Посчитайте, пожалуйста, 1, 2,
три. Итак, ваше число 47. А теперь мне тоже будет нужна немного ваша помощь. Давайте посчитаем каждый ряд этой строки. 8, 11, 1, 20 и плюс 27, 47. Раз. 26, 2, 7, 12. 21, 26, 47. 2, 3, 29, 6 и 9. 47, 3, 10, 5, 4, 9 и 28, 38, 47, 4. Теперь давайте посчитаем столбики, каждый столбик этой матрицы. 47, 13, 26, 8, 11, 2, 29, 5, 47, 27, 7, 34, 38, 47. 1, 13, 19, 28, 47. Теперь давайте посчитаем диагонали этой матрицы. 8, 2, 10, 9, 19, 28, 47. Это диагональ. 1, 8, 10, 18, 29, 47. Теперь давайте посчитаем каждый квадрат этой матрицы. 8, 11, 19, 21, 26, 47. 27, 1, 7, 12. Можете пересчитать тоже 47. 3, 10, 5, 29, 47. 9, 6, 15, 19, 28, 47. Главный квадрат. 9, 9, 18, 29, 47. И, наконец, углы этой матрицы. 9, 19, 28, 47. Спасибо большое. До свидания. Опять? Так. Мне тоже не нравится. Надо к врачу записаться. Так. Что ж я хочу? Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Я хочу послушать музыку. Да. Что-нибудь такое необычное. Веселенькое. А может, не веселенькое. Не-не-не-не-не. У меня дома, конечно, радио такое хорошее стоит. Пилот ФМ ловит, ну все же знают, да? Что-то не ловит. Thank you.
Музыка — это, конечно, хорошо. Но помню, когда я был маленьким, отец мне такие стихи рассказывал. А сейчас я здесь, а стихов нету. Нам бы в будущую зазернуть, там, где хвалюется завтра зазяла, гэты день хочем мы ахинуть, и цікавасць за край выходить. Разберемся без лишних слов. Як же будет житё проходить у Беларуси про 100 годов? Як подумаєш, ураз хвалявання охапляє і серце, і розум. Многім каже разлік цвярозим, що чекають нас випробування, що не варто чекати прогресу во всіх сферах життя Білорусі, що не буде свобод у інтересах, що робити будемо все під примусом. І настане така година, і культура зійде на нуль. Адукація буде лід значной, а адметність народа лід бачной. Досить нам же жальбіцца, нудіць, бо головний ресурс – гэта люди, і залежить все тільки ад нас. Беларусь – гэта ж зорка сусвету, п'ятиканцовий ліхтар, гармонічне, бит ріалети. Беларусь – гэта ж зорка сусвету, гэты край – ясным сонцем отметны, зможа скинуть адвечный тяжар. Беларусь, это ж зорка сусвету, пятиконцовый ліктар. Так, куточек с таким минулым не потоне, не звяне, не згине, простогодие откликнется гулом, слава добрая нашей краины. Добро ведаю, рано ти поздно у Беларусь все шляхи приведуть, по краях наших казочно росных у захоплений нащадки пройдуть. Бо яны ж Беларуси сыны, так наш край пойде шляхом одним. До своего першенства сусвете, до вышиню народное свете, до свободы и ровности братства. Хопить у думках об завтра марудить, хопить даремно страчивать час. Уголовный ресурс – это люди. И залежить все только и сегодня от нас. Сижу. А толку-то какое? Здесь я? Ой, а ты кто? Виталий, артист. Из без билета? Да. А почему ты в форме? Это же сон. Точно. Слушай, а ты серьезно? Ну да. Ну я все время хотел попасть на вас в концерт, у вас то билеты все раскупят, то сами не приедете. Группа без билета, сам понимаешь. А, да. А можешь спеть вживую? Я хочу послушать. Я думаю, все хотят послушать. Да, без проблем. Спасибо. Где мои 10 лет, когда я ставил под крышей дома двухкассетный магнитофон? Каждое утро солнце сходило над роддомом и магазином, Запорожец сверкал под окном, бриллиантовые огни, Алиса Милофон. Пионеры звезды хотели достать рукой,
Был теплым, ласковым май. Было солнце на всех, одно стал танцором диско, один стал рок и другой. Опять снится рок от Байконура. Футбол с Бобби Марли, Ace of Base. И шатунов Юра, письмо от руки, литература. Здесь были Союз и Аполлон, а за ними СССР эра. Из Артека приехал друг, подарил молодой портвейн и салатовые шнурки. Две копейки на позвонить, сесть на аист велосипед и вперед по дорогам верной руки. Давай выиграем спорт лото, а может найдем судьбу среди многоэтажных гор. Пусть прольются по нам водопады, пока небо расстелит ночь. Я с гитарою выйду во двор. Опять снится рок от Байконура. Футбол с Бобби Марли, Ace of Base. И шатунов Юра, письмо от руки, литература. Здесь были Союз и Аполлон, а за ними СССР эра. Рок от Байконура. Футбол с Бобби Марли, Ace of Base. И шатунов Юра, письмо от руки, литература. Здесь были Союз и Аполлон, а за ними СССР эра. Опять снится рок от Байконура. Футбол с Бобби Марли, Ace of Base. И шатунов Юра, письмо от руки, литература. Здесь были Союз и Аполлон, а за ними СССР эра. Горит. Да знаю, тут одно место. Пойдем со мной. Пойдем, 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 пойдем. Прилетели. All of your secrets, I swear that I won't pass. Let go of all your troubles.
is spinning, music never stops. You wanna live forever and reach above the stars. Let's take it to the next level, just like the spaceship up. And bright big lights are shining on us. That beat is so tight, it makes you wanna get up, get down. Like there's no tomorrow, like there's no tomorrow, like there's no tomorrow. Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. С любовью, военный факультет ГУИР! Спасибо большое!